перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что нового? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Григорий Китаец. Нихао. Шанхай, нихао. Залью. СДР тебя поздравляю. Привет, боксер. Так, ну что нового? Короче, прошли мы отбор с Бонзаем в Питер нарвать на битах. Поэтому едем в Питер. Едем в Петербург. Рвать на битах. Я рву тебя на битах, как твою суку рву на хуях. И ты отелька оператор, я как минимум хаях. Не злите меня, уебаны, вообще. Я даю ей народ, ее губы борще. Украина, пацан, это топовый флот. Ты глотаешь песок, да и копы тело. Едем с Бонзаем в Петербург рвать на битах. Ну и все, в принципе. Больше ничего нового. Будем разрывать. Вы на фоне нас сопровождают из Киева в Питер. Мы те, кого ждали, сжимаешь пукан в ожидании пинка. Твой убийц уцепляет бомжатский пикап. В наушниках валит металлика. Парень ударю скилзами, как палец за палец. Запомни, уебок, я голос из нее. Я в игре гинеколог, ты мой ассистент. Как сам, брат? От души все хорошо, братик. Все нормально. Ты вчера батл онлайн. В смысле батлил онлайн, ты о чем? Ты... Я не могу объяснять всем. Простите. Нет, не Порш, какой Порш? Все тот же, все там же. А, еще, кстати, я видел, прошел про килограмм. С чем я его и поздравляю. Очень сильно надеюсь, что мы не попадем в пару с Максимом. Площадки в Питере. Ой, я не могу сказать, готов ли я к новой площадке в Питере. Почему? Потому что я еще не принимал участие в подобных мероприятиях, таких более масштабных, да? Ну, в Киеве принимал, но в Киеве я дома. Это совершенно другое. Ну, почему не готов? Сегодня просто только вот ночью я узнал о том, что мы прошли. Поэтому посмотрим, как там будет. Не знаю. Очень сильно надеюсь на то, что покажем уровень крутой. Эндрю Скат, братишка, здорово. Как там вчера на Кровостоке? Там сильные тоже ребята выступают, я знаю. Там отобрали 24 заявки, и я вам скажу, там есть даже те люди, которых я боюсь. Их немного, но они есть. Просто я знаю, что мы создали слабую заявку. У нас заявка была слабая. Ну, по моему мнению, я считаю, что заявка была слабовата. И типа, как обычно, я выехал на флоу. Кармане кастет, лови по бороде. Я тут помолодел, ты как пидор одет. Я быстрый, как будто Виталий Кличко. Итальянская флоу разрывает очко. Встревай в чайку, твоя чайка течет. Тут победы, пацан, пополняет мой счет. Еще, бля, окей, бля. Я в игре, ведь я геймер. У тебя в попе елда. Ведь ты не рэпер, ты гей, бля. Флоу. А Бонзай панчанул очень круто, и Чей не понравился его панч.
это бонзай, получающий гобля. Наконец-то вырвалась пащиковка. Это наш стиль, это наш винт, это наш движ, наш дом принимаем сегодня. Ау, не во сне, а наяву я бу. Я делаю за бабки, ты делаешь за еду. У меня есть камера, ты на посту ступами, но в самый пикантный момент твой зайду. Твоя жизнь горит, как сигарета. Всем, кто не догорел, передаю привет вам, yeah. Моя цель уже у брега. Вынесу двери со мной, а те, в кого я верил. Отпирай чемодан, время убираться. Отгадай загадку и пакуй свои шмотки. Где будет мой хуй, если мои яйца будут у тебя на подбородке? Время убирать весь план, да я вас уберу, мол. Твой голос заценила, твоя подруга, приду и ее заберу. После всех батлов поедем в тур. Пусть все страны увидят, как твою тёлку ебу. То есть, ну а я, как обычно, выехал просто на подачу на скилзе. Поэтому, ну, посмотрим, как будет дальше. Ну, дальше надо будет писать совершенно иначе. Я вчера порадовался за таких типов, как Экстемпл, которые мне, сука, доказывали всю дорогу, блядь, в Питбуль Батле о том, что они пизже круче, блядь, а оценили нас вчера одинаково. Янг Свеги, Свеги, здорово. Вообще, когда-нибудь отвечал в ВК? Крайне редко. Крайне редко. Я захожу вообще в ВК очень редко. Ты вообще как? Да, взяли нарвать на битах. Да, братишка, взяли, Тарас. Такие дела. Дядя, что за Gucci линзы? Дядя, чтобы ты понимал, эти Gucci линзы 87-го года выпуска. Где-то, короче, блядь, Иркутск или что-то такое, короче, производство. Я уже вижу, налетело разных комментариев, хейта налетело. Круто. Налетело. Заявка спорная, 100 пудов. Причем в самой первой строчке рву на битах, рву на хуях, но... Суть в том, что это, наверное, единственная заявка из всех, где меня реально улыбнул панч про где, ну, загадка, где будет мой хуй, если мои яйца у тебя на подбородке. Я не знаю, я вот, блядь, сейчас смотрел, я опять угарнулся этой хуйней. Это настолько элементарно и при этом гениально просто в точку попадающее, но порой на батлах не хватает такого. Вот, во-первых. Во-вторых, у чуваков, ну... Я не буду доебываться до рифм, да, потому что бывают случаи, когда не стоит доебываться до рифм, и, наверное, это не тот случай, тут можно было бы доебаться до рифм, там, по-моему, даже глаголы были, но я могу, скажем так, со стороны моей, как зрителя, частично закрыть на это глаза, потому что мне интересно наблюдать, мне не наскучило это, я смотрел, и это, блядь, реально интересно. В отличие от многих заявок, где смотришь, хочется выключить, это вызывает эмоции в определенном смысле, во-первых. Во-вторых, флоу, в-третьих, поставленный голос, интонации, ну, короче, чуваки на опыте, внук, это уже опытный игрок. Да, и... это внука, конечно, не лучшие парты, потому да, что если включить парты, следующие чтобы... парты внука, но он просто лепит все-таки уже на скиллзе, чувачок. Второй чувак мне понравился больше, я тебе даже так скажу. Вот. Я думаю, что надо посмотреть в лайве. Опять же, делаем ставку на то, что заявка это не панацея, да? Если я не прав, и как бы, ну, все печально, да? В чем я сомневаюсь, потому что это не так категорично должно быть, мне кажется. Но если я не прав, то чуваки на батле как бы, ну, подтвердят то, что, типа, они не должны были проходить. Вот. Но я думаю, что все будет нормально. Батл рассудит, как бы, поэтому давайте посмотрим, дождемся. Вот, по оценке... Блять. Сложно. Ну, как... Не знаю, если они попали уже в топ, как-то вот, ну, типа... Не могут же они быть уже ниже 5, типа. Да, вот нет, ну, они могут быть сколько угодно, короче, как мы оценим, мне кажется. Просто, ну, я бы дал, наверное, 5. Среднее. Местами плохо, местами хорошо. То есть, как бы эмоция, вот она вот, ну, туда-сюда ходила. Я по ощущениям ценю, тут нет какой-то объективности, потому что это ебаная заявка, да, и как оценивать заявки объективно. Поэтому я дам 5 из 10. Ты что сказал? Да, я дам 6, но у меня потому что внук, и почему-то сразу все там питбулевские эти штуки вылазят. Mm-hmm. И как-то вот, ну, подсознание... Давайте, 6, чуваки, да. Вы поделитесь мнениями. Что думаете, сколько из 10?